Всех приветствую. Хочу записать видео о подсолнухе. Вот когда листья крутят, вот видите, вот как на нашем подсолнухе. Такие покрученные листья. Кое-где даже есть сильнее покручены. Вот. Изначально мы, как только началось крутиться, думали, какая-то болезнь. Ну, потом прошло некоторое время. Ну, личинки некоторые были, видно, на листьях. Прошло вот некоторое время, в принципе, немного так проконсультировались, как в итоге оказалось, это вот тля. Несмотря на то, что у нас был дождь, 3 дня назад сильный дождь, видите, какой очаг тли. На этом подсолнухе, на следующем подсолнухе такое же самое. Но если, в принципе, отойти как бы от краев ближе в центр поля, то ну нет, тут даже очаги тли, наверное, продолжаются. Не, смотрите, нет тли. Ну то есть тля в основном, много тли присутствует от лесополосы, почему-то вот по краям очень много. Делаем сегодня инсектицидную обработку. Апперкот Акро инсектицид. Обрабатываем данное поле, плюс подкормка. В общем, вот такие вот дела.